Ленинская районная организация инвалидов отметила свой юбилей. Уже 25 лет общество во главе с его бессменным руководителем Раисой Шлыковой верой и правдой служит людям с ограниченными возможностями. Торжественное мероприятие по случаю этой знаменательной даты состоялось в кинотеатре «Искра». Наиболее активным членам организации были вручены благодарственные письма, а воспитанники творческих коллективов района подготовили развлекательную программу. За эти 25 лет Ленинской районной организации инвалидов удалось стать одной из лучших в стране и Подмосковье. В начале пути многие не верили в ее успех, но за четверть века им удалось доказать, что общество инвалидов – это опора и основная поддержка для людей с ограниченными возможностями. Ту заботу, которую отдает руководитель и коллектив, тяжело переоценить. И они поняли, что легко жить в обществе. Вот. И поняли, что добро делать – это самое главное. И что протянем друг другу руки, тоже это самое главное в жизни для людей. Не останавливаться на достигнутом – вот девиз Раисы Шлыковой. Общество инвалидов помогает своим подопечным в юридических вопросах, во всем, что касается здоровья, помогает в получении квартир детям с ограниченными возможностями. Всем без исключения членам организации на их дни рождения презентуются хорошие продуктовые корзины. Постоянно организуются выезды в театры, на экскурсии, концерты. Но и что уж говорить о заботе и внимании, ее инвалиды получают сполна. Нас не забывают, помнят о нас. Все время приглашают. На концерты были разные, и подарки давали. Очень, мне нравится очень. Молодцы. Вообще у нас очень хорошо здесь организован, замечательно. А дети-инвалиды, помимо всех благ, получают в организации, пожалуй, самое главное – общение. Во всяком случае, для 10-летнего мальчика Валеры, которому поставили диагноз детский церебральный паралич, по мнению его мамы, возможность быть в компании сверстников очень важна. Нужно общение ребенку с другими такими же детьми, ему комфортно на всех праздниках, которые они делают, подарки, которые дарят. То есть, как бы, мы за, что мы там состоим. Нельзя и не упомянуть организации, которые постоянно помогают обществу инвалидов. Их представители посетили праздник и поздравили актив с юбилеем. Вообще много слов благодарности и пожеланий звучало в этот день в адрес руководителя и членов районного общества инвалидов. У нас с вами долгие и дружеские отношения. Я думаю, что хоть в официальный юбилей у вас 25, на самом деле гораздо больше вам. И Раиса Шлыкова, и вы все люди, которые здесь собрались, а это актив. Они посвятили всю жизнь помощи людям с ограниченными возможностями. И я думаю, что вы понимаете, что рядом с вами всегда Сафос Емельянов, его коллектив, его директор, ну и все люди, которые, скажем, о вас беспокоятся и заботятся. Большую помощь обществу инвалидов оказывает администрация Ленинского района. Активно реализуется муниципальная программа «Доступная среда», направленная на совершенствование социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами. С учетом жизненных потребностей в данную программу постоянно вносятся изменения. Уже в этом году дополнительно выделено более 2 миллионов рублей на улучшение комфортного нахождения людей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях, библиотеках и на обустройство сельского поселения Молоковское. А Видновское автотранспортное предприятие в этом году пополнилось еще 17 низкопольными автобусами. Конечно, жизнь нелегка для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но благодаря усилиям организации, ее активистов, Раисы Фроловны в первую очередь, многое делается для того, чтобы облегчить жизнь людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но главное для людей с ограниченными возможностями – это сохранять бодрость духа, не отчаиваться даже в самых непростых ситуациях, иметь позитивный настрой и интерес к жизни. Юлия Погосян и Адами, Наталья Буслаева, Видное ТВ.